Настроение отличное, прям все радует. Сегодня прям готовились целый месяц к этому событию. Надеемся, что все классно пройдет. Сегодня мы увидим вашу работу, над которой вы так кропотливо работали. Так, поделитесь с нами самыми интересными и сложными моментами. Сегодня будет 5 образов на парне, на каждую песню отдельные образы. Это в одном, это все как бы готовила я и также мои помощники, мои стилисты. И в одной песне будет чисто вещи, которые делала я, там разукрашивала красками, обувь разукрашенная. Будут очень спокойные образы, будет чисто все чисто кожаная классика. Думаю, будет очень все интересно. Надеюсь, все понравится. И вот, как вы говорили, после клипа выйдет линия одежды группы Nightmare. Значит, линия аксессуара, да? Да, мы над этим работаем. На самом деле, это не такой уж и легкий процесс, так как там нужно прям производство восстанавливать, устанавливать, вот все. И да, планируется выпуск совместно с 91 группой, это там футболки, это свитшоты, кофты разные, вот, это все в планах сейчас. Ваше пожелание Eagles? Я желаю Eagles счастья, чтобы вы никогда не сходили со своего пути, предназначенного вам. Спасибо вам за поддержку, потому что 90, может быть, 60-70% успеха 91 – это благодаря поклонникам, которые на самом деле очень хорошо и сильно поддерживают. Что спасибо вам большое.